Здравия желаю, уважаемые подписчики и посетители канала. Много вопросов было по схеме ротовертер. Почему надо там реле ставить, почему то. То есть большинство людей недопоняло. Кое-кто понял, но большинство нет. Поэтому я решил еще раз. Тем более письма были сегодня, еще раз показать это все. Значит, показываю. Так. Вот она схема. Значит, как. Вот батарея. Мотор первый, 200 ватт. Здесь вал. Второй мотор, генератор. 600 ватт, значит, здесь 200 заходит и 600 сюда выдает. Но почему это не работает? Потому что батарея, вот эта вот, запитывая вот эти вот все моторы и подавая потом сюда энергию, все тепло, которое здесь вот. Тепло, значит, какое тут? Первое тепло, значит, катушки нагреваются. Возбуждение катушек. На щетках трения. На валу в соединении трения. Дальше. Здесь то же самое. Катушка, вал. И здесь еще 600 ватт. Тоже тепло. Вот это все тепло, оно едино. Едино. Видите? А раз оно едино, вот эта батарейка будет садиться. То есть на проводах будет горячо будет. Будет и это 200, и это 600, и все вот эти вот системы плюс. И вот это горячо, значит, батарея, значит, если горячо, значит, много энергии отсюда будет выходить. Именно отсюда. С одного места. Потому что тепло общее. Общее. Цепь замкнута. Тепло общее. Ну, как в печке, если вы кинули, допустим, одну дровину, потом вторую, третью, четвертую, вот там общее тепло. Так же и здесь, как в печке, вот это тепло в этой батарейке будет сгорать. То есть все 800 ватт. И несмотря на то, что выход здесь больше, все равно расход будет здесь больше на 200 ватт, которые вот на этот мотор. То есть будет 800, а здесь будет 600. Хоть как делать? Потому что тепло общее. Тогда мы берем вот так. Схема 2. Ставим реле на выходе вот этой батареи. На 1/10 и на 0,4. Запустили. Запустили. Пошел ток. 1/10 секунды. Раскрутилось это все. Значит, эту 1/10 секунды все вот это тепло также считается с этой батареи отсюда. И тепло, которое в эту батарею идет, все. Потому что вместе. Как только мы здесь разделили, что происходит? Вот это тепло, которое шло сюда, пошло назад в батарею. Дальше. Вот это тепло, тут вот тоже щетки, пошло сюда. И вот это тепло пошло сюда. То есть все пошло в это место. 0,4 секунды. То есть мы разделили. Здесь потребления нет уже. А все идет сюда. И тогда мы получаем БТГ. То есть вроде бы как все просто. Но над этим многие, как говорится, на этом месте остановились и сказали, что ротовертер это
фантазия. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, пишите. Желаю всем крепкого здоровья и успехов в труде и обороне.